Здравствуйте, это мобильный репортер в студии Алсу Якупова. И в этом выпуске самые сочные актуальные видеоролики из социальных сетей. Мужчина напал на свою девушку, которая при попытке защититься залезла на чужую машину и повредила ее. На камеру домофона попала ночная драка молодой пары. Парень несколько раз ударил девушку по лицу. Пытаясь отбиться, в какой-то момент она залезла на машину, которая была припаркована во дворе. После долгих разборок парочка все-таки ушла вместе и оставила после себя неприятный сюрприз хозяевам авто. В ЖК «Палитра» в Казани молодой человек решил помучить свою маленькую собаку перед прогулкой. Сначала дергал питомца за поводок, а потом и вовсе стал пинать своего пса. Для того, чтобы сообщить о жестоком обращении с животными, необходимо написать заявление в полицию. Кроме этого, можно написать обращение в Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Восьмидесятипятилетняя женщина погибла под колесами автомобиля в Казани. Она переходила дорогу в неположенном месте. Ее сбил автомобиль «Лада Калина». За рулем находился молодой человек с опытом вождения менее 2 лет. Об этом сообщили в госавтоинспекции города. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи. По факту происшествия сотрудниками ГИБДД оформлены материалы и переданы в МВД по республике. В Подмосковье водитель автобуса согласился довезти подростка бесплатно, но на конечной остановке вышел вслед за ним и потребовал денег за проезд. Потом мужчина набросился на юношу и избил его. Местные жители говорят, что в этом автобусе давно не работает считыватель карт. СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела. Пишут, что в Японии больше не осталось проблем, кроме как последней макаронины. Ведь именно ее трудно взять вилкой с тарелки. Но и эта проблема решена. Японцы распечатали на 3D-принтере тарелку с нишами под зубцы вилки, которые помогут доесть последнюю макаронину. Современные проблемы требуют современных решений. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на телеканале «Татарстан-24».